Молитву, как и положено, проводит имам. Хоть и проходит служба не в мечети, традиции моления мусульмане соблюдают в полной мере. Ураза-байрам собравшиеся называют праздником разговения. 30-дневный пост, во время которого не разрешалось есть и пить днем, это возможность очиститься от накопленных грехов, считают верующие. Этот год очень жаркий был, людям трудно было, людям пожилого возраста трудно держать этот пост, весь день быть без воды. Это, знаете, это получается с 6 утра и до 9 вечера ежедневно, да, без пищи, без воды. Ну, они достойно выдерживали этот пост, зная, что после этого поста многие грехи им прощаются Аллахом. Для них открываются врата в рай, поэтому помня об этом, зная об этом, они вот так относятся ответственно к этой обязанности мусульманина. Помимо поста, весь месяц, предшествующий празднику Ураза-байрам, мусульмане были обязаны читать Коран, совершать ночные молитвы. Запрещалось сквернословить, обижать ближних и обсуждать кого бы то ни было. Шамиль на такой праздничной молитве впервые. Юноша признается, молодежь сегодня неохотно соблюдает обычаи. Отвлекают современные технологии. Приобщиться к молитве решил сам, чтобы стать ближе к вере. Пришел поддержать праздник, который вот идет, а также поддержать, вообще объединиться с мусульманами, познакомиться, что-то узнать новое для себя, посоветовать, может, другим людям что-то хорошее. Для этого. Немаловажным верующие считают и общение, которое объединяет. Здесь в праздник Ураза-байрам собираются не только члены татаро-башкирской общины, но и представители всех 8 мусульманских диаспор, представленных в Сочи. Это чеченцы, дагестанцы, ингуши, карачаевцы, черкесы, азербайджанцы. В сегодняшнем мире, когда у нас неспокойно, когда идут такие войны, этот праздник призван для того, чтобы людей объединять, чтобы люди жили в мире. После обрядовых служений и чтения праздничного намаза мусульмане собираются за праздничным столом, где, конечно же, нет алкоголя, а только халяльная пища и национальные блюда. Не обходится и без песен. Концерт – обязательная часть религиозного праздника мусульман. Инга Габейшая, Демид Даниловский, телекомпания АФКТ.